Всем привет, дорогие друзья! Смотрите, что я для вас нашел. Это гигантский набор с Hatchimals. Это сверхбольшие, суперогромные сюрпризики. Итак, смотрите, вот так выглядит одно маленькое яичко. Мы его тоже откроем. А это гиганты, они с целую руку. Также, если ты не смотрел еще видео про вот эти крутые оригинальные Hatchimals, я открывал очень много сюрпризиков. Есть видео отдельное на канале. Переходи и смотри. А сегодня мы откроем вот эти гигантские яйца сюрпризами. И также одно вот такое яичко. Мне кажется, эти китайские подделки Hatchimals должны быть интересные. Я их нашел специально для вас, потому что не знаю, даже такие оригинальные есть или нет. Но напиши в комментариях, если ты знаешь, оригинал ли это или копия. А нам будет интересно почитать, что же это такое. Фейк или оригинал? Итак, начинаем же распаковывать. Начнем с вот этого маленького сюрпризика. Итак, вот так выглядит коробочка. Не знаю даже, что там попадется у нас. Давайте посмотрим. В упаковочке у нас вот такое одно яичко на подставочке. Оно розовое, есть сердечко. Как у оригинала прям. Ну, не знаю, что это, оригинал или нет. Вот такая подставочка для нашего будет звереныша. Итак, надо потереть вот здесь. Сейчас посмотрим, будет ли менять цвет. Да, яичко посветлело и легко продавилось. Даже если это копия, она очень качественная. Итак, смотрим, кто нам там попался. Может быть, очень симпатичный звереныш. Вы напишите, из какой серии он. Вау, смотрите, какая свинюшка. Золотисто-серебристыми, точнее, крылышками. Она очень миленькая. И классная, даже очень похожа на оригинальную. Я даже не знаю, смотрите, она вот такой мягкий у нее хвостик. Очень похожа на оригинал, по крайней мере. Давайте поставим на ее подставочку и покажу вам. Так, от яичка остался сюрприз, кусочек. Вот так она очень красиво смотрится на своей подставочке. Очень круто. Пиши обязательно в комментариях, оригинал ли это или копия. В предвкушении открыть этот огромный гигантский сюрприз. Посмотрите, здесь у нас 5 игрушек. Одна открыта и 4 яйца еще закрытые. Вот здесь чуть-чуть упаковочку я порвал случайно, но ничего. Написано, что 70 игрушек в коллекции. Гигантские яйца сюрпризы. Вау, класс. Давай посмотрим, что с этой стороны. Смотрите, какие здесь зверушки, похоже, должны нам попаться. Я точно не знаю, что это, оригинал либо копия, но, по-моему, все же копия. Напиши обязательно, если знаешь, бывают такие оригиналы. Итак, давайте открывать этот гигантский набор и смотреть, что же там попадется. Итак, давайте поставим сюда нам картинку. Очень она красивая. И сейчас будем потихонечку открывать сами яички. Давайте достанем сейчас все яички, поставим их в ряд. Так, убираем упаковку. Посмотрим на само яичко. Смотрите, какое оно большое, прямо с ладошку. Очень большое. Но, по-моему, здесь нельзя тереть его. Сейчас это проверим. Раз. Гигантский Hatchimals. Два. Три. И четыре. Как мы заметили, здесь разные сердечки. Возможно, будут игрушки разные, возможно, нет. Потому что, если это китайская копия, скорее всего, она есть, это... Нас китайцы всегда любят удивлять. Вау, красивая тоже упаковочка. Давайте вот так поставим все на стол, чтобы у нас было прям красотища. Я люблю, когда все красивенько. И сейчас посмотрим вместе с вами первую игрушку. Вау, посмотрите, какой тигрячек. Он очень огромный. Сейчас посмотрим, лапка у него шевелится или нет. Нет, лапка не шевелится, но он гигантский. Посмотрите, по сравнению с вот этой хрю-хрю, синенькой тоже, кстати, очень он гигантский. Просто огромнейший. Класс. Очень большая игрушечка. Итак, первое, у нас открытый сюрприз уже есть. Напиши в комментариях, как ты думаешь, кто это такой? Я буду звать его Синий Тигрячек. Тигрячек-попрыгайчик. И он нам передает всем привет и подмигивает глазками. Ребята, обязательно подписывайтесь, ставь лайк, пиши комментарий, как же меня зовут? Да-да, не забудьте, ребята. Итак, первая игрушка у нас на столе.
возьмем вот это яичко, их два черных. Вот так вот он звучит. Пленочка здесь вот такая упаковочная. Сейчас мы ее надрежем и посмотрим, что у нас там попадется. Ну давайте ради интереса попробуем потереть. Цвет не меняется, и на пальце чуть-чуть осталось. Так, да-да-да-да! Вау! Смотрите, там яичко тоже в каких-то вкраплениях. И нам попался медведяйка! Вау, медведяйка очень миленький. Посмотрите, он розовый, у него серые крылышки. Такая большая желтая голова, глазки он защурил. И видно, загадывает какие-то желания. Класс! Ну, игрушка миленькая и очень большая. Мне она понравилась. Да-да, ребята, напишите в комментариях, нравлюсь я вам или нет. И какое нам придумаем имя. Пишите, медведяйку зовут так-то. Да, ребята, не забудьте, обязательно участвуйте. Медведяйке будет приятно, что вы пишете, как его зовут. А мы уже вместе с вами посмотрели на два вот таких героя. Если вы любите Хэтчимонс, как я думаю, они вам понравятся. Потому что они действительно большие коллекционные такие фигурки. И очень интересные. Мне нравятся. Так, тигряйка. Иди-ка, медведяйка, к тигряйке. Тигряйка прям игривая у нас, смотрите. Хочет поиграться. Интересно, яички собираются обратно? Да. Смотрите, яички собираются. И это отличный домик для наших героев, персонажей. А мы продолжаем, и давайте откроем, наверное, прям синенькое яичко вот это. По порядку. Здесь также пленка. Давайте ее надрежем. И сейчас посмотрим, что же там будет. Давайте попробуем потереть синий. Синий также, но пальчик вроде не пачкает. Итак, та-да-да! Вау, смотрите, кто же нам тут попался? Нам попалась такая милая, забавная улиточка. Да, смотрите. Какая она миленькая, у нее есть тоже крылышки, она еще летает. Подмигивает нам глазиком, у нее такой панцирь у нее зелененький. Интересно, улиток я еще в Хэтчимонс не видел. Напиши, есть ли такой вообще герой основной в Хэтчимонсах, я такого не знаю, честно. Всем привет, ребята, я летающая улиточка. И я немедленно. Да-да, мы тебе верим, конечно, у тебя же крылышки, ты быстро летаешь. По-моему, очень классный еще один персонажик. Как вам, ребята? Напиши обязательно в комментариях, понравился тебе этот персонаж или нет. А мы продолжаем, ребята. Так, смотрите, уже три героя у нас на столе. И очень они классные, даже четыре. Я про Хрюшу забыл. Так, что-то они очень игривы, но и все норовят упасть. Итак, черненькую мы открывали. Давайте откроем розовенькую. Чик. И посмотрим, что же у нас в розовом. Хэтчимонс гигантском. Итак, смотрим. Кстати, у них вот эти яички можно использовать как подставки. Жик. Очень красиво и мило смотрится. Давайте так и сделаем. Не знаю, будут ли они стоять все. Жик. Но смотрится это очень круто. Мне ж прям сразу захотелось их всех поставить. Только тигряйка наш обделененький чуть-чуть. Ну ладно, почему вот не положили мы яичко, я не знаю. Открываем розовое яичко, давайте потрем, посмотрим. Ой, показал чуть-чуть, ну вроде не пачкается. Оп. Вау, ну вот этого героя я точно знаю. Такой герой у нас есть. Только здесь что-то его плохо склеили. Смотрите, голову плохо приклеили. Ну, в принципе, это не беда. Суперклей капнуть, вот так прижать, и все будет крепко. А так, персонажик очень миленький. Крылышки у него есть. И я думаю, все-таки, скорее всего, это копия шариков Хэтчимонс. Потому что, ну, в оригиналах такого не может быть. Ну, и не знаю, гигантские такие бывают. Напиши обязательно в комментариях. Я пигвинячек, попрыгайчик. Люблю летать, веселиться, играть с своими зверюшками, друзьями. Если я тебе нравлюсь, напиши, как меня зовут. Да-да, ребята, не забываем. Мы придумаем имена нашим героям. А я сейчас суперклей сразу приклею, чтобы он был красивенький. Ребята, я починил нашего пингвиняйку. Теперь у него хорошая целая голова, как у всех наших зверюшек. Мне очень он нравится, он веселенький, но жалко, почему нет вкладыша. Ни здесь не было вкладышевого хрюхрюнделя нашего, и не было пингвиняек, улиточки, нашего тигрика
и панды, которые очень странного цвета. Я не понимаю, почему не кладут вкладыш. Даже если это копия, вкладыш очень бы не помешал. Итак, у нас еще одно яичко такое гигантское хэтчемос осталось черного цвета. Хорошо, вот только бы не было там повторки, а то мало ли. И такое бывает. Очень не хочется. Тоже все шумит. И что же здесь? Вау! Класс! Нам не попалась никакая повторка. Это очень здорово. И нам попался вот такой брундучок. Синий цвет. Также, посмотрите, игрушки преобладают. Синие нам попались. И желтенькие с розовым. Таких трехцветные. Также у него есть такие серые крылышки. Он весь синий, розовый чубчик у него. Глазишки такие. И давайте этому брундучку также придумаем имя. Да, ребята, придумайте, как же меня зовут? Я очень веселый брундучок. Это вам подсказка, как будут меня звать. Не знаю, как, ребята, назовете его вы, но я хочу его назвать брундучок Шустрик. Очень будет он шустренький у нас и веселенький. И тем более, что он летающий. Дорогие друзья, мы сегодня вместе с вами рассмотрели вот такие классные сюрпризики Hatchimals Big Gigant. Они очень огромные, как мы заметили, что очень огромные-преогромные. Напиши в комментариях, что ты думаешь по этим сюрпризам, понравились они тебе или нет. Также не забывай придумать имена нашим зверенышам. А мы увидимся в следующем выпуске. Он будет очень скоро. До новых встреч, друзья. Goodbye, my friends. Не забывай про пальчик вверх, подписку и нажимай обязательно на колокольчик, чтобы не пропускать видео на нашем канале. Всем пока!